Напомню, ограничение свободы сроком на два года было назначено Андрею Косилову Аргаяшским судом. С 22 часов до 6 утра ему запрещено находиться вне дома. По словам адвоката, это мешает работе бизнесмена. Являясь генеральным директором крупной птицефабрики, ему приходится регулярно покидать Сосновский район, так как в компании есть дочерние предприятия, расположенные в разных районах области. И в назначенное время осужденный просто не может вернуться домой. Кроме того, адвокат попросила приобщить к материалам дела заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья бизнесмена, где упоминаются тяжелые заболевания. Представители прокуратуры и потерпевших доводы защиты о необходимости смягчить наказание бизнесмену, не поддержали.